на набережной Шаржа находится вот такая вот мечеть. Как одна из самых главных, наверное, в Шарже. Она вот очень красиво сделана с подсветкой. Постоянно меняются у нее цвета, разный фон. Люди вот сюда стоят, все снимают, фотографируются вокруг. Даже не стоят вот лампы с освещением, убраны, чтобы люди могли наслаждаться видами, да, Наташа? А вот тут вот какой-то остров. Тут очень дорого. И что там такое на нем этот? Какие-то лабиринты, какие-то это. Не знаем, узнаем завтра поточнее. Вот мечеть поменяла цвета. Уже какие-то этот. Очень красиво. Да, вот направляют отсюда на мечеть и разные придают ей колорит. Вот начинает смена, по-моему, да? Зелененький вот. Да, я вижу. Красиво очень. Вот начинает проявляться наверху. Вот наверху на башне. Башня начинается, да, стала желтенькой. Вон там рисунки колонны. Какой красивый. У меня купола такие голубые. Восточные узоры. Восточная женщина прошла перед нами. В черном. Прямо это Наташка боится их всех. Я тебе говорю, приеду домой. Куплю черную ткань, будешь плохо себя вести, буду выскакивать из комнаты, опёрнутый в эту ткань. Я там топорик решила купить. Так что посмотрим, кто кого. Вот начинаются новые декорации. Ладно, пойдем гулять дальше. Ждите новых видео. Говорите Арабских Эмиратов.